Кристиан, как вы относитесь к итальянской кухне? Итальянской кухне как относитесь? Итальяна. Итальянский кофе, итальянские десерты, итальянские супы. Как? Мне нравится. Не могу сказать, что я, когда жила в России, много знала об Италии. В Италии нужно поехать. Вы были в России? В Италии россияне были? Я не только была, я еще в конкурсе участвовала. Прикиньте. Я жила в отеле, я брала машину в аренду, я ходила по музеям. Ой, как там классно. Я бы, конечно, посоветовала вам, россияне, поехать в Италию и съесть там итальянскую пиццу, но вы же Путина любите, да? Классный суп. Пожелайте мне, россияне, приятного аппетита.